Валерий Покатов – график, ксилограф, поэт, художник книги, публицист и большой поклонник творчества Пушкина. Его работы можно встретить в музеях по всему миру. Пушкинская тема стала активно прослеживаться в творчестве автора с середины 80-х годов. Сейчас это тематическое направление включает в себя более сотни работ, портретных композиций, иллюстраций к произведениям, а также статей и стихотворений. Пушкин в каждом из нас. Свет Пушкина. Пушкин живет у нас героями с детства, сначала образами детских сказок, потом образами героев прозаических произведений, поэтических и школьной программы. То, что вы сегодня видите, это мой Пушкин. Он всевозможный, он разный, он в различных ситуациях, в различных стихиях, природной стихии, стихии своих переживаний, героев. Экспозиция «Поклонение Пушкину», открывшаяся в музее-заповеднике в Везёмах, состоит из двух разделов и включает в себя более 130 работ. В первую входят портреты писателей и поэтов разных эпох в виде станковых листов. А в пушкинской экспозиции зрителю предоставлены многочисленные портреты русского гения, иллюстрации к сказкам и тематические подборки. Многие работы автора выставляются впервые. Выставка очень яркая, очень интересная, самобытная. Здесь не только живопись, здесь и графика представлена, гравюры великолепные. И, вы знаете, можно только ходить и наслаждаться этой выставкой. Выставка открыта во дворце Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина и продлится до 13 мая. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».